Приднестровью невыгодно вступать в зону свободной торговли с ЕС. Об этом европейским экспертам рассказали приднестровские специалисты в ходе сегодняшнего семинара в торгово-промышленной палате. Приднестровская сторона на нем ознакомилась с анализом зарубежных специалистов и представила свое мнение по поводу последствий вступления в зону свободной торговли с Евросоюзом. По статистике, 65% экспортной продукции Приднестровья приходится на страны СНГ и только 35% на ЕС, рассказали специалисты. Соответственно, экспорт в страны таможенного союза, Россию, Белоруссию и Казахстан для нашей республики выгоднее, чем в Европу. Была высказана идея с нашей стороны о том, что Приднестровье как экономическая площадка при аналитическом расчете и подготовке соответствующих базовых расчетов не может входить как составляющая в промышленную и в экономическую площадку Молдовы. Потому что у нас совершенно разные структуры экономик. Мы сказали, что мы отдельное государство. Мы отдельное государство. Почему? Потому что у нас отдельная экономическая система, отдельная социальная система, отдельная финансово-банковская система. Поэтому то, что они нашу продукцию экспортную закладывают туда, это неправильно. О том, что вступление в Евразийский экономический союз для Приднестровья – приоритетное направление, говорят и жители республики. По данным социологических исследований, почти 60% приднестровцев поддерживают интеграционные процессы на постсоветском пространстве во главе с Россией. У старшего поколения и ностальгия по Советскому Союзу, по большой стране, когда все жили дружно, экономически процветали, были уверены, жили в безопасности, конечно, она сохраняется. И результаты опросов показывают, что люди ориентированы на евразийскую интеграцию, и Приднестровье готово было бы, наверное, даже войти и как самостоятельный субъект.